Сильный снегопад в минувшее воскресенье внес коррективы в планы многих славянцев, но только не спортсменов. Несмотря на непогоду, большинство запланированных в этот день соревнований состоялись. Наши корреспонденты убедились, что ради спортивной борьбы славянские баскетболисты готовы преодолеть не только занесенные снегом дороги. Подробности в следующем материале выпуска. В конце прошлого года в Славянском районе стартовал открытый чемпионат по баскетболу среди мужских команд. В минувшее воскресенье было запланировано проведение четвертого тура соревнований. На площадке должны были встретиться сборная Темрюка и Славянского электротехнологического техникума. Из-за сильного снегопада организаторы опасались, что гости из соседнего района не смогут приехать. Но желание играть оказалось сильнее непогоды. Второй год подряд мы принимаем участие. Ребята все почти школьники. В этом году они стали, кстати, чемпионами Краснодарского края по своему возрасту, 2004 год. Ну, сейчас вот с новыми силами в первую игру они выиграли. Надеемся сегодня на победу тоже. Ну, как добирались, погода не смутила? Смутила, ну, игра есть игра. Погода нам не помеха. Открытый чемпионат по баскетболу в нашем районе действительно проводится уже не первый год. И число команд-участниц постоянно растет. В этом году за звание чемпиона будут бороться 10 сборных, в том числе из Анапы, Геленджика, Темрюка и Станицы Каневской. Уровень команд очень хороший. Команды в связи с этой пандемией засиделись, а все соскучатся за баскетболом. То есть, соблюдая все те предписания, мы, конечно, и дистанцию, и обработку всех этих спортивных сооружений. Ну и допускаем где-то процентов 30 болельщиков на эти соревнования. То есть я считаю, что соревнования эти нужны. Команды были разделены на две подгруппы по 5 в каждой. Они будут играть по круговой системе. По 2 сборных от каждой подгруппы, показавших наилучший результат, встретятся между собой, чтобы определить победителя чемпионата. Славянский район представляет сразу 6 команд, поэтому шанс на победу неплохой. Тем более, что и настрой наших баскетболистов боевой. Сегодня к чемпионату настроены, тренируюсь 5 раз в неделю, настроены победить. Постоянные тренировки, что немаловажно, настрой на победу, сделали свое дело. Команда Славянского электротехнологического техникума в этом туре выиграла у гостей из Темрюка. Со счетом 75 против 59 они сделали еще один шаг к титулу чемпиона Славянского района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».